Ой-ой-ой, ребятушки, вы посмотрите, что здесь. Апарты, вот, посмотрите, кладка торчит, да, посмотрите, огромными камнями, да. Посмотрите, здесь я вам покажу, вот, чтобы вы поняли, что стена, эта стена вот здесь идет, посмотрите. Но дальше что будет? Вы сейчас упадете, видите, кладка. Я даже не буду особо сейчас на ней концентрироваться. Видите, вот уже начинает красное, но потом будет все красное, да. А сейчас еще так кусками, да, видите, видите. Ну, тоже, это же тоже красиво, это тоже к нам относится, кстати. Вот, посмотрите, какие, да, интересные эти, как в сказках показывают, про Золушку, там, вот, видите, маленькие арочки, да, посмотрите. Посмотрите. Ой, еще, посмотрите, как говорители установили, нормально. Прикиньте, да, вот так вот. Это везде сейчас, везде громкоговорители установили, ребятушки, везде. Пока мы сидели на этих, на домашних, поняли, да, каникулах. И вот это просто неописуемое, что-то неописуемое. Моя любимая канал река, канал рек. Да еще из башни, посмотрите. Сейчас я подойду поближе. Фу. Это вообще, посмотрите, там что, да? Опять трубы эти, трубы роста, да, эти ворота, да, типа такие. Знаете, еще, знаете, как тут арки. А это вообще, посмотрите, какой камень. Тут домик, да, такой, посмотрите, да даже еще и маленькое это, видите, тут. То есть тут даже уложена крыша, видите, маленькая все, но полноценная. И вот посмотрите, какой там камень. И он тоже с нашей штукой, кстати, с нашей этой, прогибом этим. А это что, круглое, там торчит каменный, нормально вообще? Это неописуемо. Давайте опустимся и снимем там с моста. Посмотрите, круг, да? Круг с этими, кстати. Какими-то маленькими квадратиками. Сейчас почитаю, сколько их. Блин, ребята, у меня ноги дрожат теперь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 16, 18. Три шестерки. Наши линии, кстати, опять, да? Но в этих местах, я хочу сказать, больше все-таки вот это меня, даже не линии, больше, чем линии, меня в этих местах убивают вот это вот. Вот эти каналы реки. Это, конечно, просто что-то. Давайте спустимся к этому мосту. Ой, посмотрите, какая прелесть тут вообще, да? Какая прелесть. Вы знаете, даже дядька этот мне сейчас сказал, да лучше одной. Лучше одной. То есть они уже настолько одни привыкли туда, как бы в тишине жить. Вот, ну, прав, да, прав. Лучше одной. Я только что об этом, кстати, говорила. Кстати, кстати, да? Кстати, вот, собачки залаяли, блин. Так что сейчас на меня перепрыгнет. Посмотрите, какой дом тоже кривой. Посмотрите, прям видно он. И опять наша штука, это вырезанная. И тут акустика уже появляется такая повышенная. Ой, ребятушки, ляпота, ляпота. Знаете, сначала думаешь, да выходить, не выходить здесь. Потом выйдешь и просто сходишь с ума от красоты. Арки. Кстати, это вот это, да, вообще тоже везде, да, эта штука такая вырезанная, блин. Но пока на эту штуку тоже как-то смотрю, никто не обращает внимания. Посмотрите, гальки, да, везде. Везде гальки. Кстати, гальки, 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 двери какие-то, да? А там же река. Или дом еще, я не помню. О, бар. Бар появился. Видите, наше окно опять, видите? Тоже вот там окно, и там еще окно. Это все наше. Ой, ребятушки, вы знаете, у меня дрожат ноги вообще дальше некуда. Так, где же у нас мост? Ой. Вот мост, вот, посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть, это вот центр у них, видите? Это вообще арка это, видите? И вот, посмотрите, все обработано, видите? Кстати, воды нет, да? Но все обработано.
кстати, стены. Это я уже, знаете, по-моему, устала, что... Поглядите, какая красота тень, да? И даже там, вот на такой высоте, вот посмотрите, даже там есть... Это, наверное, та кладка, может, я там и была, я фиг знает. Скорее всего, я там и была, ребятушки. Где вот эта штука? Вот. И вот посмотрите, что, да? А, это штука для Мадонны. Видите, да? Просто стены везде, ребятушки. Просто стены, да? Посмотрите. Ой, так, как у меня дрожат ноги. Не могу стоять вообще. Знаете? Тоже снимают. Что снимают? До этого не снимал. Сейчас нужно... Видите, куда идут наши трамвайные пути, да? Здесь кончаются. Так, я туда ехал, перейду в другую сторону. Посмотрите, какие плиты. И вот церковь открыта. Посмотрите, все в гальке, все. И везде вот эти вот трамвайные пути, видите? Во все стороны. Церковь огромнейшая, посмотрите, да? Ой, тут аж два этих. Аж два. И, кстати, маленькие арочки тоже в нашем стиле, кстати. Аж два микрофона установлены. Все арочки с нашими линиями. Классно, да? Вот. Ну, туда я не пойду, ребята. Вот. Посмотрите, какая стена. И посмотрите... сейчас покажу вам колокольню. Посмотрите, какие плиты, кстати. А? Все, галька, галька, кстати. Сейчас покажу вам стены. Сколько стен? Ой, там что? Мне показалось. Какие-то трубы вообще странные везде. Плоские, да, такие? Вау, ну вот что это, церковь разве это, ребята, крепость тоже, видите, посмотрите, посмотрите, смотрите, видите, и везде наш разлинованный камень, посмотрите, какие тут, сколько слоев, раз, так, если считать отсюда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, ребята, 10 слоев, покиньте. Ой, ребятушки, скоро поезд у меня. Через несколько минут. Поэтому сегодня я пойду уже. Мне все равно надо приехать сюда, потому что я не доделала работу. Вот. Поэтому через 20 минут получается поезд. И вот наши все трамвайные пути. Посмотрите, везде галька, везде. Нигде нет такого, чтобы не было гальки. Так, там я ванну забыла вам заснять. Вот она. Сейчас. Видите, ванна, да, опять с нашим столбом. И так идет эта штука, канал Река тут, понимаете, и там тоже арочный мост, видите, тоже арочный мост, посмотрите. А? Вот так вот. Смотрите, как идут, да? Плавно, 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 видите, плавно заворачивает. Да, здесь, конечно, просто невероятно, невероятно. И вот эта вот штука, это вообще этот вот канал, это просто...
второе чудо света, которое мы видели. Так, в вагоне без семи. Без 7 метров вагоня Чентра. А это не Чентра, что ли, уже? Так еще какой-то Костелло, блин, тут указан. Ой, блин, это вообще, ребята, просто невероятно. Посмотрите, да, как высоко туда. Не хочу что-то я подниматься больше. Так, Костелло еще какой-то, ребята, еще какой-то Костелло. Ну, пройдем тут. О, тут-то холодно, кстати. Кстати, да? Вот, кантон Сопра, что-то было уже, кантон Сопра. А, наверное, вот так я пойду и приду уже к этому центру как раз. Да-да-да. Посмотрите, какое. Посмотрите, как стена идет. Посмотрите. Просто дорожка на стене, ребята. Видите? Даже не скрывается. Видите? Да, здесь камин. Лаванду что-то жгут, ребята. Лаванду. Посмотрите, да? Посмотрите. Какая вообще. И труба вот эта вот роста в середине прямо. Как это корень такой самый главный. Самый главный корень дома. И, кстати, туда еще и это, кстати, идут. Понимаете? Блин, тут хрен поднимешься. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. О, кстати, здесь предлагают бесплатный Wi-Fi, ребятушки. Вот смотрите, что там. Кстати, поглядите. Туда идет что-то вообще бесподобно. Посмотрите, на чем они стоят, да? Видите? А, я не могу включать это. Я не могу включать, ребята. Но туда идет просто пропасть. Практически. Ну как, пропасть, не пропасть. Что-то я там вижу. Арку вижу. Давайте вот здесь посмотрим. Да, ну там есть, видите? Ну, посмотрите, посмотрите. То есть там, если что, можно спрятаться. Посмотрите, там, видите? Надеюсь, вы видите. Посмотрите. Туда метра 3-4. Вглубь. Уходим, да? Видите, такой вот. Это в Бергамо мы видели. В Бергамо мы стояли там наверху. А тут мы не стоим наверху. Посмотрите, арки какие, да? Ну, это вообще просто шикардос, ребята. Вот за, тут вот, извините меня, забудешься, что ты вот... Посмотрите, даже уже два слоя, видите, идет стена. Второй слой, видите? Забудешься, что ты не на ровной дороге. Если упадешь... С телефоном, знаете, такой идешь, да? Кстати, да? Идешь с телефоном и пум, упал. Так, туда мы не пойдем, потому что получается, что мне сюда надо. То, что это авиатеатр, я помню. Ну, вы глядите, все. Я не знаю, может, есть кто-то. Ну, вроде занавески есть. Ну, ребята, я не знаю. Полное ощущение вообще одиночества меня здесь. Ну, вот два парня эти были сейчас. Вот. Но я так думаю, что им не страшно, только потому, что они вдвоем. О, какой собак. Мама мия. Ты на это лобене? Поючу каньолина и калоре, квинди. Но нам я рива, но. Вот первая собачка такая, ой-ой-ой, да? Дяденька ее еле-еле держит, я хочу сказать. Не то, чтобы не просто он ее еле-еле держит. Он ее держит вообще, как сказать, двумя пальчиками. Не, он не сделает ничего, такой огромный питбуль. Но я понимаю, я говорю, что у меня есть к ним симпатия, ребятушки. Но у меня есть и огромный страх. Видите, теперь я понимаю, как можно... А!